Факультет физико-математических и естественных наук – один из старейших факультетов Российского университета дружбы народов. Из его стен вышло не одно поколение высококвалифицированных специалистов, востребованных во всем мире. Это объясняется не только развитием инновационных методов образования и хорошей технической оснащенностью лабораторий. Каждый преподаватель на факультете убежден, что добиться хороших, качественных результатов можно лишь практикуя особенный, индивидуальный подход к каждому студенту. Каждый студент по-своему воспринимает и материал, и так далее, и особенно когда ты видишь, что студенты горят глаза, что ему это нравится, ему это интересно, что да, вот у него заиграла мысль, да, в голове, то есть видно, что что-то он понял, то, конечно, радуешься за него, за себя, что удалось донести до него информацию, что у него появился интерес к науке, учебному процессу. Есть и лекции, и лабораторные работы, и практические занятия в виде семинаров. То есть обязательно перед каждым видом работы идет обсуждение со студентами, особенно с иностранцами, что они должны сделать, на базе каких там законов, теорий построена данная лабораторная работа, обсуждается, что нужно в конце получить. Конечно, все студенты разные. И когда видишь, как говорят, ведь, знаете, есть поговорка такая. Я читаю лекцию, кто-то из академиков говорил, для всех, но в каждом из вас я вижу будущего Ньютона. Вот когда такой Ньютон озаряется, вот появляются несколько таких студентов, это всегда приятно видеть. Сегодня факультет разрабатывает инновационные программы в области физики и физической информатики, систем телекоммуникации, оптики, наноструктур, создает учебно-методические комплексы по этим направлениям. Студенты получают базовые знания по смежным дисциплинам физического, физико-химического, радиотехнического и инженерного профиля с использованием новейшего лабораторного оборудования, интеграция интеллектуальных, материально-технических, технологических и организационных ресурсов позволяет проводить научные разработки и исследования на современном уровне. В образовательный процесс гармонично вливается яркая внеучебная жизнь факультета. Экскурсии, конкурсы и концерты позволяют иностранным и русским студентам лучше узнать друг друга, познакомиться с культурой разных стран мира. Ежегодно на факультете проводятся театральные фестивали. Это уже стало традицией. Театральные фестивали объединяют студентов разных стран и разных народностей. Это классика. Они читают стихи Пушкина, ставят постановки Чехова, Гоголя. Это очень важно для развития культуры. Мы должны наших студентов образовывать, выпускать разносторонние. Каждую неделю на факультете проходит лектория «Расскажи о своей стране». Ребята из других стран с трепетом рассказывают о своей родине, об ее уникальных традициях, природе, достопримечательностях, а также делятся своими впечатлениями о России. Говорить больше о нашей культуре, имею в виду обычаи, какие обычаи у нас в Мозамбике, какие виды спорта, например, занимаемся. Я думаю, что это, скорее всего, входит в эту область интереса. Очень тут нравится. Страна с необычайным по количеству своих обычаев, культуры и большим наследием. Здесь много замечательных людей, великих людей, которые повлияют на всю историю планеты. Сегодня факультет физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов – один из самых успешных факультетов этой направленности в России. А атмосфера дружбы объединяет студентов и профессорско-преподавательский состав факультета в крепкую межнациональную семью.